Друзья, ну, бывают тут в жизни такие моменты, когда просто везет человеку. Вот очередная сработочка, ну, не знаю, правда, там сидит или не сидит. Наш суточник отъезжал, получался минут, наверное, на 20, на 15, вот, за ребенком. И в его отсутствии две сработки произошло. Вот сейчас дождались его, проверяем. Никто другие не подходили, просил не трогать ничего. Посмотрим, какая реализация. У нас сегодня он звезда на водоеме. Да, сидит, пожалуйста. Дождалась твоего приезда, глянь, что. Без суеты у нас человек ловит. Оп. Есть. Очередная мамочка у нас. На льду. Что, пойдем вторую проверять сразу? Да. Сейчас пойдем. Пока выключимся. Сейчас подойдем к следующей. И включимся. Так, друзья, вот мы рыбку, которую только что добавили в общий котел. Суточник у нас сегодня в ударе. Фортуна ему улыбнулась. Будем снимать следующую. Ну, бывают везучие дни, бывают невезучие. Как по-другому, наверное, не выразишься. Сдальные рыбаки ходят, смеются, говорят, ну как так? Работает и работает. Ну, так, все знаете, что бывает такое. Какая-то лунка работает, рядом не могут поймать. Так и сегодня. Одна и та же. Вот это уже который раз у него засветилась луночка. Ну, честно скажу, пятихаточку ночью засунул в эту луночку. Да, все рыбы дождались своего хозяина. Никаких сходов, никаких обрывов, ничего нет. Все отлично. У тебя все они на резину или какая-то там резина. Где-то... Все резина работает. Все у тебя процент, 100% все ловится на резину. Молодец, друзья. Вот так, пожалуйста. Пришел, увидел, победил. Другого больше я ничего не могу сказать. Красавчик. Малой, помаши нам ладошкой. Помаши телефон. Вот так, передадим привет всем нашим зрителям.